Всем привет, сталкеры! С вами я, сталкер-баннерщик. Нахожусь я в аномальной зоне сталкера онлайна. Как вы видите, я в лагере ученых на Эгиде. Так, и я планирую пособирать артефакты. Ну, а какие здесь артефакты? Конечно, здесь марево. Я планирую 1100 заработать примерно на этих артефактах. А то у меня, если честно, денег вообще прям 52 тысячи осталось. Хочу именно вот Марио пособирать. Ну а что, тут далеко ходить не надо. Все рядом. Тут, конечно, и другие сталкеры бегают, но... это все ерунда. Марио быстро появляется новое. Так что планирую побегать здесь, пособирать. Ну сколько мне надо? Штук 15 Марио насобираю. Я думаю, мне хватит. Да. 15, я думаю, будет с глаза прям. Я даже тут вот не Беллу, ничего не включаю. Камни тут можно, конечно, кидать. Но тут можно просто бегать по этим аномалиям. Они не особо страшные. Тем более рядом база. Единственное, что тут кабанов опасаться. Да бес бывает выскочит откуда-нибудь. Вот первый артефакт. Отлично. Первое марево есть. Хоть вот тут сталкер пробежал сейчас. Ах ты! Макс 32 рус меня, короче, с дробовика завалил. Из-за артефакта, что ли? Ну ты сталкер, дурачок. Из-за марева? Да ну нафиг. Может быть, просто ПКшник. Но я не поверю, чтобы за марево убивали сталкеров. Но это уж слишком. Прости, мне в тюрьму надо. Офигеть. Отличная отмазка. Мне в тюрьму надо. Когда тебе нужно в тюрьму... подходишь к сталкеру и говоришь, убей меня там, т.д. и т.п. Ну, в общем, договариваться, а не просто так стреляешь. Чё-то помешались все на этой тюрьме, блин. В тюрьму проще всего, блин, заходить, блин, через этого, через военного. Договориться и уже через военного заходить. А так, блин, убивать сталкеров, чтобы попасть в тюрьму. Ерундистика какая-то. Некоторые сталкеры думают, вот такое заблуждение есть у новичков, если ты, допустим, здесь попадешь в тюрьму, то ты потом выйдешь на гурмане, да, там. Но это не так. Ты опять сюда, на эту локацию пойдешь. Попадешь, вернее. Есть такое заблуждение у новичков. Я вот, допустим, сейчас сам в тюрьму могу попасть, если захочу, через военного. То есть пару билетов ему, или сколько там надо билетов ему дать. И все. И пошел в тюрьму. Сам добровольно. Не нужно никого убивать. Многие сталкеры просят снять серию про тюрьму. Не знаю, как-нибудь, наверное, соберусь. Но это, скорее всего, когда буду ближе к тюрьме-то. Ну... гурман, вернее. Там уже военные стоят, с которым у меня есть договоренность. Почему бы и нет? Можно будет. Но это чуть попозже. Сейчас я, конечно, планирую побродить по Везувию. Так, ну чё. Разделаем кабана. Так, одно марево есть. Нужно его, конечно, продать по-быстрому, потому что в контейнер, само собой, я его класть не буду. А заряд она теряет. Ну и, соответственно, цена меньше становится. Ну, я думаю, за 2-3 минут ничего не будет. Сейчас пробегу здесь. Так, у меня в планах 15 марево собрать. Одно марево у меня есть уже. Сейчас побегу, насобираю. Тут это так кажется, что тут ничего нет. А на самом деле, вот. Еще один артефакт. Я его даже не заметил сразу, но... когда артефакт в аномалии, тебя откидывает от нее.
Отлично. Еще одно марево. Так, ну ладно, пойду два пока Марио продам, чтобы заряд они не теряли. Потом еще раз пробегусь. Так. О, корень дуванчика. Ну, это у сталкера вывалилось, который я убил. Продаем Марио. Так, мясо оставим. Так, отлично, два Марио у меня есть уже. Надо скинуть мясо, корень одуванчиком. Да, теперь одуванчики придется опять собирать. Так, ну, можно как раз квест пройти. Почему бы и нет? Так. Взяли мы квест «Челюсти полярной собаки». Нормально. 15 тысяч опыт. Очень хорошо. Не зря же я ходил на новую землю за этими челюстями. У меня еще на 3 квеста осталось. Их, конечно, можно купить, это не так уж и дорого. Так, давай-ка я костер скину. Древесину тоже. Можно купить, ну, зачем покупать, когда можно сходить самому пострелять. Так, ну что, 2 артефакта есть, но это мало, конечно. Еще 13 надо. Пойдем соберем. Да не вопрос. Они респятся прям часто. Минут через 10, кажется, если я не ошибаюсь, появляется очередное марево. Поэтому... Пока ты бегаешь в одной стороне, уже в другой стороне марево появилось. Тут, в принципе, площадка-то большая. Вот еще один артефакт. Ой-ой, слишком близко зашел, меня аномалия убивает. Так, ну что, третий артефакт у меня в кармане, можно сказать, уже в рюкзаке. Да. Пойдем дальше. Я вот сам все время говорю, что здесь, если там, допустим, пришел без денег, можно свободно заработать и далеко не уходить, даже если у тебя там ни патронов, ничего нету. Ну, как-то сам не пробовал много зарабатывать, именно вот на марево, собирая здесь его. Но всегда, когда прибегаю сюда, одно-два марево нахожу. А вот если постоянно бегать там, ну, к примеру, час-два, то реально же много насобирать его. Соответственно, денег можно реально заработать. Ну, по крайней мере, если у тебя вообще ничего нету, то на патроны, на аптеке хватит. Так, пойду-ка я вот сюда. О, там бес как раз бежит. Убьем беса. Ну, а чё он тут бегает? Так, ну разделать его не буду. Чё там, рука? Хотя. Почему бы и нет? Рука там может быть, потом тряпки могут быть. Так, а чё, у меня аптек нет? Надо аптеку купить. Нет, аптеки есть. Надо просто в быстрый слот положить. Вон еще один бес бежит. Да, рука, свинец, тряпок не было в этот раз. Так, аптеку положу сюда, аптеку малую. Ну ладно, пусть бес там бегает, он нам не нужен. Мы за артефактами пришли. Если близко подбежит, убьем. А вот кабана заколбасил. Ой-ой-ой, как бы он меня не заколбасил. Там вон еще целых 2 бегут. И еще один. Так, ну 3 кабана это уже неплохо, можно разделывать. Действительно. Давай-ка разделаю. Так, надо смотреть, чтобы
Со спины никто не зашел. Там вон крысы бегают, бесы, но они далеко. Артефакты артефактами, конечно, ну... Кабаны-то тоже нужны. Мясо. Пожарим. Вот тут полный набор. Клыки, мясо, ноги. Единственное, что шкуры нету. Так, ну что, разделываем кабана. Больше в округе вроде никого нету. Ну вот, единственное, крыса тут. Крысу я убью сейчас. О, сало. Давно у меня сала не было. Так, ну что, пойду дальше. Собирать артефакты. Я собрал уже 3. Продолжим. Вот часто в деревьях аномалии. И там часто артефакты бывают. То есть кто-то бывает пробежит, не заметит. Именно в деревьях. Хотя здесь, я думаю, все, наверное, с включенными детекторами бегают. Да ладно. Не убил кабана. Хотя, может быть, кто-то и без включенных бегает. Визуально смотрит. Так, ладно, разделаю я этого кабана. Да что ты, вон еще вдалеке кабан. Сталкеров тут нету сейчас. Кабанов много развелось. Ну, соответственно, и марева будет много. Ну, что-то я пока только 3 нашел. Вот, зато второе сало. Да, сало стало чаще появляться. Не знаю почему так, ну, действительно. После того, как у меня охотничий нож появился, я сало стал чаще добывать, чем раньше. Не знаю, может быть, это просто так случилось. А может быть, действительно взаимосвязано. А может быть, просто именно здесь кабанчики такие жирные на Везувии. Не знаю. Все может быть. Так, пойдем за артефактами. Так, ну что-то пока нету. Ну, наверное, еще не появились. Бегаем, ждем. Появится, никуда не денутся. И бывает нет, нет, а то бывает раз, сразу там 3-4 штуки за раз соберешь. Ну и тем более, тут другие сталкеры тоже вроде бегают. Так, ладно, сбегаю на базу. Продам артефакт, чтобы он заряд не терял. Да, и надо одну аптеку прикупить, наверное, себе. Хотя зачем аптеку покупать? Давай-ка сделаем квест. Так, 3-й артефакт продаю. Ноги, клыки, свинец. А вот сало с мясом оставим. Да, действительно, возьму-ка я сейчас квест, наверное. Так, скинем мясо, скинем сало. Убить клона, там дают аптеку как раз. Ну и квест нужно пройти, чтобы репутация ученых повышалась понемножку. Так, ну и сбегаю здесь, посмотрю, здесь тоже артефакты бывают. Кстати, там за дорогой, когда клона убью, там тоже можно побегать.
Если сталкеров сейчас здесь мало, то там тоже можно марево насобирать. Так, что тут? Так, сталкер стоит. Ну ладно, пусть стоит. Мы пойдем другим путем. А вот древесину подберем. Древесина нужная вещь. Лист подорожника. Тоже подберем. Блин, столько травы, мне надо клона убивать, а тут трава растет. Но мне все это тоже нужно, поэтому клон никуда, я думаю, не денется. А траву нужно собирать. Так, все, бегу я за клоном. Надеюсь, он не убежал еще. Не ушел, вернее. А, вон он идет. Ну да, теперь надо все-таки поближе подбегать, потому что... У меня все-таки сайга. Надо копить себе, наверное, опять на автомат, на 102-й. Так, ну вот здесь надо пробежаться. Здесь хорошее место, здесь... Марева тоже куча, травы тоже. Ну, экраны бывают. Так, не вовремя я как-то тут встал. Да. Так, ну что, пробежимся, посмотрим, повезет мне, нет. Тут и электры. Их можно особо не бояться. Ну, конечно, нагреть тоже не стоит прям по ним бегать, но... Можно их особо не бояться. По крайней мере, мне. У меня бронежилет сухарь. Сухарь очень хорошо защищает. Ну, по крайней мере, для этого бронежилета. Для дешевого. Он защищает от электро хорошо очень. В принципе, можно ничего не бояться. Так, ну я не вижу ни одной. Вернее, аномалии-то я вижу. Ни одного артефакта я тут не вижу. Ну, нет так нет. Тут они не так уж часто появляются. А вот радиация, конечно, тут нахапал. Так, аптечку... Положим. Вот я как раз за ней бегал. Так, мне там сталкер пишет. Ну, давай-ка я ему отвечу. Николай. Мы какое-то время бегали, часто по зоне, потом он куда-то исчез. Ну, не появлялся сейчас вот опять. Смотрю, пишет. Так, ну чё, кабанов поубиваем? Да не, мне кабаны особо не нужны, хотя... Ну как не нужны? Я же... Уже решил для себя, что пойду всё-таки в тюрьму. Ну, сталкеры просят, почему бы нет. Похожу там, все квесты возьму, какие там можно взять. Пойду туда без билетов. Потаскаю камни. Ну, почему бы и нет. Так, убьет меня сейчас кабан. Ну и фиг с ним. Вот. Кукушник потерял. Кукушник. Кокошник. Кокушник. Ладно, без разницы. Вот. Ну и нужно спиртяги наготовить. А спиртяга меняется на мясо. В аэропорту. Поэтому можно сейчас заготовить мясо. Потом отправить его посылкой. Так, создадим посылку. Так, я отправляю посылку кладовщику бандитов. Потому что там у меня прямой переход. О, телефон. Так, отвлекли нас ненадолго. С большой земли мне звонили за периметр. Вот теперь уже сотовая связь тут работает в зоне. Так, ладно. Отправляем кладовщику бандитов мясо.
Потому что там у меня проводник, я прям туда приду, возьму все это мясо и сразу в аэропорт. Мне бандосы водят. Поэтому все мясо буду скидывать туда, а потом обменяю на спиртягу. Вернее, на самогон. Да. Так, ладно. Я всего собрал 3 артефакта. Я планирую побольше насобирать. Давай-ка побегаем. Пусто, здесь я прям на малю влетел. Пустовато пока. Ну вон там тоже сталкеры ж бегают. Не я один тут охотник за артефактами. Так, кабанчик. Ладно, кабанчиков я тут еще настреляю, потому что я потом пойду квесты выполнять. Очень много. Там кабанов по дороге, по железке. Настреляю еще. Пока собираем марево. Ну тут не марево, тут уже жарки. Но тут могут экран быть, может грелка быть. Вау-вау-вау. Полегче. Чуть прям в аномалию не залетел. Да, кабаны, конечно, отвлекают от сбора артефактов. Ну, их нужно зачищать, а то спины потом нападут. Не отмашешься. Так, ну что, под елочками пробежим. Ну, что-то нету артефактов. Ух, что-то не везет мне сегодня. Как обычно. Как специально соберешься за артами, ничего не будет. А, нет, вот артефакт. Есть один. Отлично. Четвертый артефакт, хотя я планировал за это время найти намного больше, но пока так. Так, есть четвертый артефакт. Да ё-моё, кабанчики. Еще один артефакт, как вы видите. Это уже пятый. Ну во, процесс пошел. Так, полазим в округе тут. Может, еще найдем. Так, так, так. Еще один. Да, в ёлках прям вот они прячутся. Но опытный сталкер все равно их найдет. Так, это шестой артефакт у меня уже. Нормально, можно пойти их продать. Чтобы заряд они не теряли, пойду я продам их. Так, показывай товар.
Нормально. Так, 6 артефактов у меня есть, уже надо глотнуть водички и бежать еще раз по кругу. Потому что пока я там бегал в елках, тут уже могли появиться. Ой-ой-ой. Ну, аномалии это не страшные. По ним можно, в принципе, бегать. Не рекомендуется, конечно, но если пробежишь, ничего страшного не будет. Сталкер вон там поверху пробегает, тоже смотрит. Так, ну здесь вроде ничего. Поднимемся наверх, посмотрим. Повезет ли в этот раз или нет. Так, здесь пусто, здесь тоже. Там сталкер пробежался. А мы пойдем другим путем. Опять в елках полазим. Так, что там? О, два беса. Ну что, заколбасить их надо? Ну да. Ладно, даже его не буду разделывать. Колбасили кабана. Так, отлично. Так, ну пусто. Ну, конечно, тут не я один такой желающий. Вон сталкер бегает. Так, в этот раз ничего. Ну, можно немножко постоять, минут 5 отдохнуть около костра и сделать еще круг. О, сталкер что-то много стало. Так, двое копалок. Сразу видно вон в угре и в пачке. Так, ну ладно, около костра немножко посижу. И можно продолжить будет. Так, ну вот, я немножко отдохнул. Надеюсь, артефакты появились. Что, пробежимся, посмотрим. Так, пока нету. Так, ну здесь вроде нету, поднимаемся наверх. Посмотрим, что там у нас. Да ладно, блин, я думал, его убил. А он еще шевелится. Бывает и такое. Да, там вон сталкеры тоже бегают.
не я один такой желающий. Но все равно всех артефактов не соберешь. Пропустить можно только так. Один подобрал, а другой мимо пробежал. Даже если детектор включенный, все равно можно пропустить. Так, где кабан? Не вижу его. Не то включил. Да. У меня кончились аптеки, что ли? Ой-ё. Надо пойти купить. Ну ладно, пробегу сейчас кружок. Пусто здесь. Ну вон, сталкер бегает тоже, собирает. Конечно, вдвоем, втроем тут особо много не найдешь, но Мариот появляется часто, поэтому... Так, где кабан еще? Надо пойти аптеку купить, у меня аптеки кончились. Так, давай-ка я, наверное, кабана этого разделаю. Блин, бес бежит. Ё-моё, ко мне бежит? Ну... Короче, завалил он меня. Непривычно еще с Сайго бегать, я ее же недавно купил. Ничего не потерял, это хорошо. Все-таки каждый дробовик, у него свои особенности, у каждого оружия. Поэтому какое-то время нужно привыкать все равно к новому оружию. Вот бегаю, пока еще косо стреляю. Помню, когда с Сайгой долго бегал, там прям с одного выстрела, блин, валил всех. А сейчас еще немножко туплю. Сталкер там стоит, наверное, артефакт поднимает. Скорее всего. Ну-ка поближе подбежим, посмотрим. Артефакт? Или просто стоит? Может быть, просто стоит. А может быть, уже поднял. Так, ну ладно. Аптек я себе прикупил. Пойдем дальше. Я всего собрал 6 артефактов, но это мало. Ну, это как повезет. Бывает, один раз пробежишь, штук 5 соберешь. А бывает, бегаешь, бегаешь, то нет ничего, то 1-2. Ну, конечно, зависит еще от того, сколько сталкеров бегает. Ну, это удача, конечно. Ну, так как я для себя решил, что нужно собрать 15 артефактов, я и буду собирать 15. Пока не соберу, не успокоюсь. Бесов вроде не вижу. Кабанчики, конечно, есть. Надо заколбасить их сразу. Да, что-то пусто. Пробежал еще разок, вообще ни одного артефакта пока нету. Ну не будем расстраиваться, будем дальше собирать. Искать, вернее, ходить. Рано или поздно соберем.
Ну вот, как я говорил, еще вон сталкер бежит. Все хотят артефакты. Ну а что тут? Путевое место. Если повезет, то свободно стольник можно поднять. Ну а стольник — это патроны, это аптеки, антирад, ну и все остальное. Ну что, я так вроде побегал, ничего нету. Надо бежать на базу, там немножко отдохнуть, посидеть. Минут 5. И продолжить. Да, ничего, что-то не повезло в этот раз. Даже ни одного артефакта не нашел. Так, ну что, посижу немножко, отдохну. Так, немножко передохнул. Надо пойти купить аптеку. Маленькие аптеки не очень хорошо действуют. Куплю я парочку средних, вот так вот. Нормально. Все-таки я бегаю прям по аномалиям. Ну вот я, кстати, заметил, именно радиация не прибавляется. У меня ВОВ препарат действует. И он снимает радиацию именно вот от таких аномалий, от простых. Так что только аптечки. Конечно, я слишком прям уж бегаю прям по аномалиям. Нужно хотя бы минимальных обходить. Так, кабанчик. Кабанчиком. О, да тут и два бежал. Одновременно. Я не заметил. Ну, разделывать не буду. Хотя надо бы, конечно, но... Ищем артефакты. Кабанов еще настреляю. Все равно на ЛВЗ планирую пойти. Там по дороге их очень много. Так, бесы вдалеке бегают. Так, здесь пусто. Ну чё, блин, ни одного артефакта еще пока не нашел. Давно уже бегаю. Да, чё-то как-то вот сейчас вот именно не везет. Не везет мне, везет какому-нибудь другому сталкеру, который также бегает и собирает. А мне, ну вот вообще никак. Пойду, что ли, кабанов тех разделаю, которых я сам же и убил. По крайней мере, будет мясо. Почему бы и нет? Думаю, сходить поближе к Везувию. Ну а почему бы и нет? Можно сейчас быстренько пробежаться. Может, там что будет? Так, здесь я бегал уже, но я хочу убить бесов и пойти туда поближе к Везувию. Так, иди сюда. Тут где-то еще один бегал. А, вон вдалеке. Может быть, с экраном мне повезет, нет?
Вполне возможно. Так, второго беса колбасим. Готов. Вау-вау-вау, тут уже химические аномалии. Здесь, да, здесь уже и радиация действует. И все остальное. Но здесь зато можно найти какой-нибудь экранчик. Ну или ту же самую резину. Вполне свободно. Я совсем не в ту сторону пошел, нужно немножко курс скорректировать. А, химические аномалии. А, ну да, все правильно. Опа, да неужели? Появилась Марио. Так, это какое? Седьмое у меня Марио? Да, седьмое Марио. Еще столько же надо найти. И плюс один. Так, если здесь появился Марио, надо в округе полазить. Может быть, еще где-нибудь соседней аномалии будет. Вполне возможно. Так, нет, здесь пусто. Пойду вот здесь вот. По краешку пройду, посмотрю еще. Ладно, пойдем наверх. Ну, тут тоже из саги пуляет. Сайгу за километр слышно прям. Так, ну что, пойдем здесь посмотрим. Артефакт. Подбираем. Я не знаю, может быть, сталкер тоже решил подобрать. Ну, тут уже кто успеет. Я подобрал. Так, это восьмой артефакт уже. Восьмое марево. Эх, ты тут сразу два кабана. Надо было попробовать от них убежать. 10 пуль потерял. Ну да ладно, как раз Марио продам. Так, 8 Марио у меня уже есть. Да, сталкеров прям много тут. Открывай хранилище, скинем мясо, скинем древесину.
Так, нужно пару аптек еще купить. Или у меня есть аптеки? А, нет, у меня есть еще пока. Так, ну что, я вот здесь не добегал, меня кабаны убили. Да, кабаны, конечно, дают жару. Но это мелочи. Тут все равно база рядом. Не так страшно умирать. Где меня убили. Ну да. Вот мои патроны. Забрал я их. Ну а где кабанчики? Кабанчики уже отсюда свалили. Так, ну что, ищем дальше артефакты. Блин, хотя сталкеров тут сейчас прям понабежало очень много. Когда я сюда пришел, прям никого не было. А сейчас прям многовато аж. Вон сталкер бегает. Да, надо завязывать с этим поиском. Действительно, их полно тут, вон. Одни копалки. Так, ладно. Собрал я всего лишь 8 артефактов. Планировал 15. Собрал 8. Ну, у меня были 50 тысяч, сейчас 128 уже... Немножко получше. Особо я ничего туда не потратил. Немножко аптек. Сейчас прикуплю. Так. Две больших. Ну и две маленьких куплю. И мне хватит. Так. Изолента для Морзе. Кровавые реки. Жлёки, когти медведя. Так. Спирин, морожка, рогатик. Так, 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 так. Ага. Ну, я пойду постреляю кабанов. Почему бы и нет. И заодно возьму одну изоленту с собой. Один паяльник. Так, пару костров с собой возьму, если что, мясо пожарить. И сало. Так, патроны у меня есть, все у меня есть. Пойду постреляю кабанов, ну и заодно сбегаю на ЛВЗ. Мне нужно собирать трубки. Для квеста. Длинные трубки я все собрал полностью, 200 штук. Мне там немножко не хватало, я докупил. Теперь мне осталось короткие трубки собирать. Короткие трубки встречаются на ЛВЗ в хламе. Там, в принципе, кстати, на ЛВЗ очень много полезного хлама. Именно вот для меня. Именно тот, который нужен мне. Побегаю. Пособираю. Может быть, что найду. Постреляю кабанчиков, конечно. Ну и пособираю артефакты. Я взял изоленту одну. Я взял паяльную лампу. Это для квеста, для хмыря. Еще, конечно, нужно зажигалку, но зажигалку можно на том же самом ЛВЗ найти. Остальной скальпель у доктора на рябинке возьмем. Так, ладно. Идем к самому Везувию. Там тоже артефактов полно. По крайней мере, должно быть. Сейчас мы мутантов тут разделаем. Так, разделали кабана. Пойду я прям к самому вулкану. Там пробегусь.
Там же тоже чуть дальше, там есть поля этих аномалий, которые Марио делают. Как они называются, я, если честно, не знаю. Но то, что они делают Марио, это я знаю. Ха, делают. Так, ну чё, кабанчик, нападай на меня. Вот, а тут сразу два. А я не заметил, что тут двое было. Хотя можно и здесь вот Марио пособирать. Здесь тоже есть. Ну, я пойду поверху. А там уже решим. Так, свинец, мясо. Да, с таким ножом прям красота разделывать с охотничьим. Что же вы, я одного не успею разделать, другой подбегает. Сколько прочки у ножа? 93. Я его всего лишь один раз ремал, ну и то по ошибке. Так было где-то 80%. Нормально. Так, раздел. Все, пойдем повыше немножко. Поднимемся. Блин, вон еще один кабан. Иди сюда. Так, ну вот, появились аномалии. Сейчас посмотрим, что здесь, как у меня с артефактами. Повезет, нет? Пусто. А вот здесь повезло. Есть Марио. Это у меня уже 9-е, да? Может быть, здесь побегать какое-то время? Почему бы и нет? Так, ну посмотрим, сколько сейчас я еще найду артефактов. Если еще 1-2 найду, то надо, конечно, будет вернуться, пока я далеко не ушел, чтобы их в контейнер не класть. Ну а что? О, солнышко выглянуло. Просто красота. Смотрите, какая погода. Наконец-то. Ну да, утро, 9 часов утра. Все, пора уже. Так, ну нету чуть-чуть больше тут. Марио, одно нашел, хватит. Да, одно нашел и хватит. Где-то. Так, ну давай-ка я кабана этого разделаю. В принципе, я сюда и на охоту шел за мясом. Можно вниз спуститься, здесь полазить. Здесь как раз тоже местность с артефактами. Может быть, там повезет. Ну а почему бы и нет? Давай-ка я так и сделаю. Не пойду пока на ЛВЗ. Мяса я достаточно набрал. Уже 18 штук. Надо скинуть его. Ну а почему бы и нет? Сейчас сбегаю сюда, посмотрю. Может быть, здесь мне больше повезет. Сталкеру оставлю, пусть он разделывает. Бум. Я влетел прямо в аномалию. Надо быть внимательным, сталкер. Ну что ж ты так?
Да, здесь мне что-то тоже не везет. Ни одного артефакта. Так, пробегу я здесь вот понизу. Так, надо зарядить МЗА. И поставить аптечку в слот быстрого доступа. Тут же тоже есть аномалии. Тоже могут быть артефакты. Грибочек. Что там у нас? Подосиновик. Подосиновик можно подобрать. Так, что такое? Мох сфагнум. Мох подберем. Мох тоже штука нужная. Так, вот здесь у меня отмечено, что здесь есть аномалии. Давай-ка сбегаю. Так, включил я Беллу на всякий случай, чтобы не пропустить аномалии. Так, вот здесь должны быть аномалии, если я не ошибаюсь. Да. Ну, там уже сталкер пробежался, я смотрю. Вон он. Прям как раз оттуда и бежит. Ну, я пойду чуть дальше. Вот у меня помечено. Там есть аномалии тоже. Посмотрим, что я там найду. Да, с артефактами не густо здесь. По крайней мере, сейчас мне не повезло прям. Ни Марио толком не насобирал. Ни других артефактов нету. Ну, раз на раз не приходится. Да. Тут тоже пусто, ничего нету. Ну все, можно на базу бежать, я думаю. Продам хотя бы 9-е Марио, которое я насобирал. Хотя по дороге можно сейчас еще что-нибудь найти. Как повезет. Но пока везет не густо. Если честно. Так, все, я бегу на Эгиду. По дороге кабанчиков можно пострелять. Так, ну что, я мясо насобирал неплохо. 18 кусков. Пойдет. Жареного мяса у меня достаточно, так что это мясо можно сырое отправить. Блин, а тут свинец всего лишь. Да ё-моё, как не повезло-то. Так, ну чё, хлебнуть воды надо.
перекусить. Опа-опа, забыл я, что здесь тоже есть аномалии. Немножко полетал. Да, тут надо быть аккуратным. Жарко у нас. Ну все, здесь уже безопасно. Но хотя тут же есть еще аномалии. Пробегусь, я тут посмотрю, что. Может быть, Марио сейчас собираю еще. Да, можно кружок сделать. Вот, кстати, артефакт. Это какой у нас? 10-е Марио. Очень даже неплохо. Сделаю еще кружок, наверное. Так, 10 Марио я собрал. Осталось мне еще 5. Я планировал 15. Ну а что, может быть и повезет. Ну хотя нет, я сейчас сделаю один круг. Сколько соберу, столько и соберу. Если ничего не будет, то нет. Многовато сталкеров тут сегодня бегает, поэтому... А вот еще один артефакт. Это 11-е уже Марево у меня. Подбираем его. О, ППШ. Вдалеке слышен. Так, 11 Марево. Че, глядишь, я сейчас и насобираю сколько хотел, 15 штук. А, все может быть. Так, пробегусь я здесь сначала. Немножко вот тут посмотрю. Вот как только собрался идти на базу, сразу начал находить артефакты. Всегда так, сколько замечал. Закон подлости. Вот когда не нужно, всегда найдешь. Когда нужно, никогда нету. Так, ну что, пробегусь я здесь. Ну да, ладно, раз уж сюда пришел опять. Надо сделать кружок, посмотреть. Может быть, еще подберу. У меня там... А, 3. Все правильно. Ух ты. Как же ты прям выскочил со спины. Нехорошо так себя вести. Прямо скажу, животное. Ну, здесь пусто. Да. А, нет. Нет, нет, нет. Погорячился я. 11-е Марио. Нет, какой 11? 12-е. 12-е уже, да. Так, ну, а я планировал я 15. Вот, смотрите, вот 13-е Марио. Только тут кабан. Кабана убить сначала. Нету кабана. Ну нет, так нет. 13-е Марево. Хм, может быть, еще 2 найду где-нибудь. Сейчас посмотрим. Еще 2 штуки надо.
Давай-ка здесь пробегусь. Вот, смотрите, 14-е марево. Одно за одно. Вот когда собираешься на базу, они как раз и начинают появляться. Ну и еще одно марево. Я же планировал 15. Вот, кстати, 15-е. Ну да, вот все. Сколько я бегал здесь в начале, очень мало нашел. Сейчас только собрался идти на базу, они посыпались. Вот что такое везет, а что такое не везет. На наглядном примере. Все, можно отсюда сваливать, потому что я планировал найти 15. Я 15 и нашел. То есть буквально 3-4 марева я рядом друг с другом нашел. Вот они. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 15 штук. Как и планировал. Так, ну что, продаем их, конечно. Нормально. Так, ноги продаем, клыки, свинец. 58 тысяч. Ну вот, 174 тысячи у меня уже есть. То есть где-то 120 тысяч я заработал. Даже чуть побольше, я же еще аптеки покупал. 150 где-то заработал. Это, конечно, маловато, но пойдет. На этом, сталкеры, я с вами попрощаюсь. Пожелаю всем удачи. Самое главное, удачи. Чтобы вам везло всегда, так как мне сейчас повезло прям под конец ходки. Ну и поменьше мутантов и поменьше ПКшников. Всем до встречи. Всем пока.